В рамках кампании по сдаче налоговых деклараций в этом году налогоплательщики уже подали более 9 миллионов деклараций. 91% из них были поданы в налоговые органы в электронном виде и только 9% в бумажной форме. Услуга «Твой ЕПИД», через которую до настоящего времени было получено почти 4 миллиона подоходных налогов, очень популярна. Декларации также можно подавать через систему «Е-декларация». Налогоплательщикам уже вернули 5,5 миллиардов злотых излишне уплаченного налога. В связи с эпидемиологической ситуацией посещение налоговой инспекции возможно только по предварительной записи онлайн или по телефону. Налогоплательщики могут решать многие вопросы в режиме онлайн, например, через веб-сайт электронной налоговой инспекции. Лица, которые указывают переплату в своей годовой налоговой декларации и подают ее в электронной форме, могут рассчитывать на более быстрый возврат своих денег. У Ужанда есть на это максимум 45 дней. В случае заявления на бумаге этот срок составляет 3 месяца. Напоминаем, что подача годовых налоговых деклараций заканчивается 30 апреля.